Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет улучшил свои позиции в рейтинге Web of Metrics. В Казанском федеральном университете прошла встреча с руководителем FarmStandard. Ученые Казанского федерального университета нашли генетическую причину мигрени. Одной из главных составляющих стратегии развития университета является международная конкурентоспособность. И, как известно, международные рейтинги являются основой этой программы. О том, в каком рейтинге Казанский университет улучшил свои позиции, узнаете в нашем следующем сюжете. Казанский университет поднялся на 36 пунктов в рейтинге университетских сайтов Web of Metrics. По показателям июля 2020 года вуз занимал 792-ю позицию, а сейчас 756-е место в мире. В отличие от других рейтингов, Web of Metrics направлен на анализ роли университетов мира через призму интернета. В этом году еще поменялся этот метод. То есть одним из важных составляющих раньше это было количество PDF-файлов, которые размещены на сайте университета. То есть, но сейчас они больше стараются это смотреть на visibility, openness и excellence. Что это такое? То есть важны не большое количество материалов, чтобы оно было, а чтобы его читали, чтобы его цитировали, чтобы на него ссылались. Казанский федеральный университет вырос в каждом из основных индикаторов рейтинга. По visibility, то есть вот насколько видят, насколько ссылается на наш сайт, тоже эта позиция, здесь мы прибавили на 20 позиций. По excellence тоже это прибавили, здесь у нас получается на 13 позиций. Это они анализируют публикационную активность наших ученых, то есть их труды в сети интернет. В национальном разрезе уже на протяжении 4 лет Казанский федеральный университет сохранил представленность десятки лучших вузов России. Кристина Надыршина, Радик Загидуллин, Ленар Давлетьяров, Универ Ньюс. С кем прошла встреча в Казанском университете и какие пути сотрудничества обсуждались? Подробнее узнаете в сюжете нашего корреспондента. Руководство акционерного общества «FarmStandard» посетило Казанский федеральный университет. С председателем совета директоров компании Виктором Харитониным встретился ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В мероприятии также принимали участие проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрий Пашин, проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, директор научно-образовательного центра фармацевтики Юрий Штырлин и директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Резванов. В ходе встречи обсудили перспективные направления сотрудничества между компанией и Казанским федеральным университетом. Помимо этого, ректор Казанского университета презентовал гостям биомедицинский кластер вуза, отметив наличие единого образовательного пространства подготовки кадров для отрасли. Мы здесь же не только рассматриваем наш центр трансляционной медицины как передачу или масштабирование собственных разработок, протоколов лечения, но в то же время рассматриваем как трансляцию опыта зарубежных наших коллег, которые, ну, по тем или иным причинам не масштабируются в нашей стране, либо разрешения не имеют, либо еще что-то. А здесь вот там увидите небольшие операционные, то есть вот в этом центре все это можно делать, приехав из пределов страны. В завершении встречи представителям компании были продемонстрированы лаборатории научно-образовательного центра фармацевтики Казанского университета и возможности научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Кристина Надыршина, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. Ученые Казанского федерального университета обнаружили генетический фактор, влияющий на хронизацию мигрени. Знание об этом позволит врачам заблаговременно определять группы риска, что повысит эффективность профилактики и лечения болезни. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Примерно 15% человечества сегодня страдает от мигрени, а это около миллиарда людей по всей планете. По некоторым оценкам, мигрень является наиболее затратным неврологическим заболеванием. Например, в Евросоюзе она обходится в более чем 27 миллиардов евро в год. Это объясняется тем, что мигрень значительно снижает качество жизни человека и лишает его возможности нормально жить, вынуждая регулярно принимать обезболивающие лекарства. Мигрень – это не простая головная боль, это
интенсивная головная боль, которая, как правило, выбивает человека из его обычной колеи. И что касается хронической мигрени, которая возникает больше 15 дней в месяц, то есть представьте себе, это у человека из месяца половина просто выпадает из жизни. Ученые Казанского федерального университета, исследуя варианты гена болевого рецептора ТРПВ1, впервые показали, что переход мигрени из эпизодической в хроническую форму имеет генетическую природу. Это связано с полным отсутствием у пациентов одного из вариантов этого гена. Теперь для определения возможной хронизации мигрени достаточно сделать генетический тест. Пациент обращается в лабораторию, где у него происходит забор крови, как на обычный анализ. Из этой крови уже в генетической лаборатории происходит выделение ДНК. И в этой ДНК определяется как раз-таки тот или иной генотип полиморфизма ТРПВ1. И далее пациенту уже выдается заключение о наличии или отсутствии риска хронизации мигрени. Обнаруженная учеными генетическая особенность мигрени позволит заблаговременно определять пациентов, у которых она может перейти из эпизодической формы в хроническую, и своевременно начинать направленную терапию. Это будет способствовать более эффективной профилактике и лечению мигрени и, как следствие, минимизации ее экономических издержек. Диана Латышева, Виолетта Басова, Универньюз. Как прошел пресс-тур в Елабужском институте Казанского университета, узнаете в нашем следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся пресс-тур, на котором журналисты, блогеры и общественные деятели из разных городов Татарстана смогли познакомиться с учебным процессом вуза. Сотрудники Елабужского института организуют подобные мероприятия не впервые, однако каждый раз гостей удается удивить новшествами. За прошедший год изменений в Елабужском институте произошло действительно немало. Во время периода самоизоляции во многих аудиториях и лабораториях вуза прошел ремонт. Обновилось оборудование, значительно усовершенствовалось и технологии дистанционного обучения. Преподаватели Елабужского института поделились с журналистами своим опытом внедрения новых интерактивных методов обучения. Вспоминается вот то, что делали когда-то купцы в Елабуге в дореволюционный еще период. Они максимально заботились о том, чтобы молодежь, подрастающее поколение, вот в этом маленьком городе, получив образование, никуда не уезжала. Я увидел, что вот сейчас в Елабуге абсолютно все условия созданы для того, чтобы наши ребята получали здесь блестящее образование. Студенты, если кто, например, хочет не гламурный, а действительно такой дающий знания вуз, выбирали Елабугу. Мы видим, что ожидаются такие хорошие изменения. Вторым этапом экскурсии стал единственный в республике центр дополнительного образования – Дом научной коллаборации, который функционирует уже полгода и где с каждым днем продолжает расширяться спектр научных и технологических площадок для занятий детей по различным направлениям. Здесь же состоялась пресс-конференция, в ходе которой директор института Елена Мирзон рассказала о планах развития образовательной системы в Елабужском институте и об уникальных новшествах нынешней приемной кампании. Главным предметом обсуждения стал новый формат обучения, в рамках которого каждый из студентов сможет выбирать индивидуальную образовательную траекторию. Студент на первом курсе выбирает то, что ему по душе. И в конце первого курса он говорит: мой второй профиль – технология. Поэтому мы предполагаем, что обычный профиль физико-математика, там математика-информатика, он может превратиться в математику-технологию. И наш студент получит диплом учителя математики и учителя технологии. Завершающий этап пресс-тура прошел в стенах университетской школы, где гостям удалось ознакомиться с богатой материально-технической базой учебного заведения и особенностями образовательного процесса. Я сам закончил этот университет пару лет назад и очень сильно был удивлен, когда приехал сюда сейчас снова. Он кардинально изменился, и сами аудитории стали более оснащенными, более красивыми. И вот эта школа, между прочим, я проходил практику в этой школе, стала прям до неузнаваемости другой. Мы послушали ваши презентации, посмотрели на университет, посмотрели на новую школу. Я думаю, что учиться всем студентам и школьникам здесь будет одно удовольствие. Кристина Надаршина, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Я желаю вам хорошего дня. До новых встреч.